В повестку дня Совета депутатов городского поселения Видное было внесено более 10 вопросов. Затрагивались темы комплексного развития застроенной территории, переноса центра социального обслуживания «Вера», содержания мест захоронения и многое другое. После продолжительных дискуссий большинство вопросов собрания были отправлены на доработку. В связи с этим во время заседания было предложено создать ряд комиссий с целью тщательной проработки вопросов для дальнейшего их рассмотрения. Я думаю, что каждый депутат может участвовать в работе комиссии. Конечно. С правом совещательного голоса в том числе. А потом, в любом случае, депутат, приходя на совет депутатов, может отставить свою точку зрения. Согласен, не согласен, с конечным методом. Я думаю, что комиссия в любом случае к депутату прислушается при рассмотрении вопроса и вынесении конечного результата. Несколько месяцев назад началась работа по внесению изменений в устав городского поселения Видное. Депутаты не единожды обсуждали проект устава, он также прошел через процедуру публичного слушания. А на этом заседании его утверждение вынесли на голосование. Прошу голосовать. Кто за? Так, кто против, кто воздержался, единогласно принят устав. Коллеги, я вас поздравляю. Это как бы первый этап, да, еще у нас не есть, но все равно это главный документ города. В связи с тем, что заседание совета продлилось более 3 часов, глава поселения призвал разумнее составлять повестку дня, выделяя основные вопросы для более качественной и подробной их проработки. Наверное, где-то правы, когда говорят, что к определенной общественной деятельности депутатской надо готовиться. Может быть, надо много чего-то изучать, какие-то, ну, специально не готовят, мы понимаем, но уметь работать с документами, уметь их правильно читать, уметь правильно, регламентированно, четко организовывать, это большое искусство. Следующее заседание должно состояться в марте 2018 года. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.